Привет всем, рад вас снова приветствовать на своем канале. Мы с вами продолжаем играть в интернет-кафе-симулятор. Собственно, опять у нас с тобой вот эта вот канитель съезжает. Я не знаю, почему она все время съезжает. Постоянно нужно поправлять настройки чувствительности. Но это не... Хотел сказать, что лифт сломался, но нет, это я просто сломался и забыл, что нужно его сначала вызвать, прежде чем зайти. Мы сегодня с тобой попробуем построить второй этаж, потому что мне сказали, что второй этаж гораздо более будет правильным решением, ввиду того, что будет отдельная комната, чтобы было видно, короче, где кто оплатил, кто не оплатил. Здрасте, один час бесплатно. А, я на второй этаж приехал. Зачем ты на второй этаж приехал меня? Ой, одни беды с этим лифтом. Ну, мисс кликнул немножечко, ничего страшного. Еще я думаю, что мне нужно немножечко вниз опустить, да? Или же... Или нормально. Не, давай эту серию запишем вот так, а потом, если что, поправлюсь. Егор, да, я читаю твои комментарии, просто записано все наперед. Я же тогда еще объяснял, 100 лет назад, когда... Почему отключено электричество? Почему оно отключено? Я же ведь... Я же панком забашлял, чтобы они это... мне больше не отключали электричество. Странно это все. Странно. Ну ладно. Убрал немножечко стоечку в бок, сделал себя немножечко поменьше, поквадратнее, сделал поменьше рамочку. Думаю, в этот раз будет меня, ну, смотреть приятнее. Поэтому да, пиши в комментариях, если все устраивает. Если что, там пиши предложение, я буду экспериментировать. Ссылка на донаты, опять же, есть в описании, поэтому чем скорее мы соберем на камеру, тем быстрее будет камера, вот и все. Не будет ничего другого, будет просто новая камера, и будет она находиться в разных местах. То есть я смогу экспериментировать. Это пока работает вот так, потому что это телефон, и у него там с разъемом беда, и постоянно отключается. Если его не трогать, то все работает исправно. Если его трогать, то он постоянно отрубается, и потом еще полчаса дрочишь его, чтобы он тебя заработал. Так что вот, кафешка открылась, смотрим, мои кафе, этажи, краска для пола, нет, этажи это не то, мне нужно обновить, кухня, туалет, лестница, вверх по лестнице, а я же не смогу построить наверх, пока не открою вот эту, вот еще одну комнату, поэтому в любом случае вот это, да, а заблокировано, разблокируется, когда интересно, хрен его знает, да, видать, не знаю, видать, никто не знает, когда у меня что разблокируется. Продолговатая комната теперь у меня есть, можно расставлять компьютеры, а, кстати, компьютер, я думаю, можно просто, зачем мне вот пиликать постоянно здесь, компьютер можно вот туда, вот в край поставить, здесь вот два будет стоять, а автоматы будут стоять вот просто вдоль, хрен бы с ними, типа, ну, Давай передвигать. А хотя можно спиной к спине поставить. Да, я думаю, так будет гораздо... Хотя нет. Хотя нужно вот так вот ставить. Чтобы было покрасивее. Да нет, не бей. Не бей стул. Он тебе ничего плохого не сделал. Ставлю вот так. Мониторчик. Собака брешет на кого-то. Зачем она брешет, непонятно. Как будто бы что-то случилось. Кто кряхтит? О, воняет что ли здесь? Что происходит? А где брызгалка? Брызгалки нет. Брызгалку у меня кто-то уже скоммуниздил, видимо. Либо она закончилась, либо ее все-таки кто-то своровал. Да поставься. Ой, на ножку стола ставится не очень хорошо. Вот так поставлю. Вот так поставлю, и будет все отлично. Будет все хорошо. Так, разворачиваем клавиатуру. Я предлагаю сначала автоматов настроить. Наставить. Напокупать. Потому что автоматы это здорово. Автоматы это круто. И автоматы приносят большую прибыль. Ой. Так, нищий снова пытается мне что-то предложить. Возможно, я сейчас как к нему подойду, и он мне скажет, давай я за тебя буду работать охранником здесь или кем-нибудь еще. Так, взять предмет, взять, покупать больше мне не нужно. А, у него там еще и вонища такая ужасная внутри этого помещения. Можно было ему побрызгать, доброе дело сделать. Так, воришка.
Так, это... Ладно, ничего не нужно. Ничего с ним не нужно делать. Запашок устраняем. Я для правдоподобности бегаю, просто чтобы... Как будто бы я везде делаю это. Везде как будто разбрызгиваю. На самом деле смысла нет. Ой-ой-ой. А чё ты плачешь? Чё ты делаешь? Почему так все происходит? Почему все с такими странными звуками заходят? Ворм. Не понял, а почему не тепло? Он обновилась игра, что ли? Походу обновилась игра. Угу. Видимо, да, потому что здесь нет настроек никаких и да, и плохо теперь. Теперь может быть где-то что-то под это подрабатывать неправильно. Ну ничего страшного, я считаю, что мы с тобой справимся с любыми проблемами. Так, мусора накидали. По-моему, чем больше помещений, тем больше мусора. И независимо от того, сколько туда человек пришло. Сейчас опять начнут жаловаться же, что мне холодно в помещении. А я не виноват, у меня на два кондера денег нет. Так, так. Сколько? А, понял, все. Так, утвердить. Заказ. А, понял. Все понял. А можно ему в процессе изменить цену, чтобы он это... Чтобы он побольше мне денег отдал в итоге. Косарь! Ты гляди, нифига себе, у меня денег уже сколько. Это с учетом того, что я купил себе помещение. Да, я купил себе помещение, и у меня денег достаточно. Продлевает? Продлевает. На безграничное время. Хорошо. Я коплю сейчас на 1400... Короче, на еще один вот такой автомат. Чтоб денежище текли рекой. Здравствуйте, молодой человек. Вы немножко это... превышайте свои должностные полномочия. Обязанности. Так, нищий. Чувак, это большая битва. Вы можете принести мне 3 бейсбольных биты. Конечно могу, а чё мне? А в смысле принести, найти? Я их даже искать не буду, я их пойду куплю. На. Тихо. А я ему... Вот раз. Или мне просто по городу бегать искать их? Я не особо понимаю, где мне их искать. Музычка здесь вообще крутая просто, на самом деле. Она, знаешь, прям душевная. Самое лучшее место в городе. Вот бита. Ну и можно еще третью купить, конечно. Они все равно пригодятся. Они все равно понадобятся. Я по итогу-то я их все равно использую, даже если они этому мужику не понадобятся. Даже если он скажет: о, ты дурак, что ли, не понял моего задания. А я ему скажу: все, я понял, все хорошо. Просто я купил себе 3 биты. А, чисто, что-то где-то не особо чисто. Мужик в туфлях таких модня выходит, вообще не могу прям. Прям на него не могу. Ходит и ходит. Красивый. Так, я вроде помыл, а все грязно, все. Ой. Совсем забыл про деньги. И не говори. Так, давай с тобой купим этот, как его называют? Коврики для мыши. Мне сказали, что коврик... 5 звезд. Первые 5 звезд наши с тобой в этом нелегком труде. Короче, да. Заходим на Замазор. Ищем. Тихо. Я же говорю, бита понадобится. Просто подошел и стуканул по затылку. Нужны компьютерные мышки. Ой, мышки эти. Компьютерные коврики для мыши. Они все дают 5 звезд. Вот этот положу. Это что такое? Картины дают тоже много. Тоже много звезд дают. Но мне это пока не надо. У меня уже почти 1400. А? Зачем я вышел? Офигеть у меня скорость. Скорость заработка пошла просто вот...
геометрической прогрессии. Увеличивается и увеличивается. Да ты только что у меня заказал. Что ты опять хочешь? Вон, еще сотку принесли. Ты представляешь, сколько денег у меня сейчас? Офигенно. Это просто офигенно. Ты дурак, нет? Табуретку своровал, представляешь? Табуретку своровал из-под человека прям. Так. Не туда. Вот так. Вот так должно стоять. А я даже не подумал, что он меня сейчас что-то сворует. Я смотрю, зашел человек и зашел, ну как его. Своровал табуретку. Самое главное, прямо из-под человека. Я вот это вот сам, вот этому больше всего удивляюсь. Понимаешь, абсурдность ситуации? Человек сидит, играет в компьютер, а к нему подходит мужик, ворует у него кресло и убегает. Это вообще, это в какие рамки лезет? Ни в какие. Три бейсбольные биты. Одна бейсбольная бита вот, вторая бейсбольная бита вот. Мужики пошли играть в автоматы, другой пошел играть в компьютер. Давай-ка мы ему на два часа утвердим. И пойдем за третьей битой изгоняем. Потому что, ну, третья бита, она вот как бы нужна. Без нее жить вообще тяжело. Так, где нищий? Где нищий разгуливает? Может быть, он подошел уже к моему дому? Нет, вон он гуляет. Продлевать хочет человек. Мои кафе. Три звезды, две звезды. Ладно, хрен с тобой. Там холодновато. Вот что, нужно еще один кондик покупать, чтобы было тепло. Кстати! Не кстати. Деньги-то идут за время, которое они тут проводят, а не то, что у них сеанс оплачивается и все. То есть, если я ему сейчас компьютер вот сломал, как бы сделал его неработоспособным, он из-за него встал тупо исключительно из-за того, что... Чуть не пойму. Чистый. Грязный. Тут помещения еще и делятся, получается. То есть, каждое помещение делится на... Чистое и грязное. Короче, у меня теперь два помещения, и два помещения по отдельности грязнеются. Грязнятся. Это, блин, неудобно. Скинул. Мне сказали, что даже безобидные предметы будут расцениваться как нарушение, если тебя будут обыскивать, и у тебя в руках что-то будет. Поэтому я предпочту лучше скинуть швабру, чтобы, не дай боже, мне кинули штраф. Платить-то его мне, правильно? Правильно. Поэтому не нужно. Не нужно мне таких подарочков. А сколько очков? 78. Гляди-ка. Кафешку улучшаем, соответственно. Без оплаты перестанут убегать. Мне особо это не надо. Мне нужно вот это вот. Блядь, бежим. Ты представляешь, опять загорелся. Ты дебил, нет? Ну серьезно. Как много экшена на квадратный метр. Только что ко мне прибежал террорист и взорвался. В то время, когда я тушил пожар в своей кафешке. Это вообще, это что? Это сейчас вот как это назвать? Жуть. Просто жуть. Что происходит? Я поражен сейчас раскладом вот этим. То есть человек, который хотел мне навредить, забежал и навредил, несмотря на то, что мне и так было уже не очень хорошо. Так, а лампочки здесь вообще имеются, нет? Или здесь лампочки одни на целое помещение? То есть как был, так и осталось. Так, здесь тоже лампочка упала. Ну хрен бы с ней, я сейчас еще одну повешу. Оп. И светло стало сразу. Три бейсбольные биты у меня есть, кондиционер у меня сломался. Точнее, не сломался, а упал просто вниз. Отрегулировать кондиционер на авто и пошло-поехало. Близко.
Смотрим. $2000 почти. Это офигенно, на самом деле. Учитывая, что... Да, блин, да не на ту кнопку нажал. Нужно сесть... Ой, сейчас я еще поудобнее сяду. И нужно сесть за компьютер. Нужно сесть за компьютер и зайти в... интернеты. Зайти в интернет и купить еще один... Где он тут называется-то? Он где-то... Вот он, да, вот он. Аркадная машина. Мне нужна пятизвездочная аркадная машина. Та у меня есть. Вот это у меня нет. Я куплю вот эту. Она пятизвездочная. Полная оплата. Скоро ко мне приедет. Скоро ко мне приедет верблюд. Принесет посылочку. А, подожди-ка. И ко мне будут люди приходить. Ко мне будут люди приходить, заказывать игру в игровом автомате, соответственно. Давать мне денежку, я буду радоваться тому, что мне дали денежку. Буду богатым буратиной. Накуплю себе всего, что только можно. Будет самый крутой клуб. Компьютерный. И все мне будут завидовать. Да. Так вот, нищий. Там мне сказали, когда к тебе вор подходит, ты его сразу это бей, потому что ничего хорошего от них не ожидаешь. Слышь, нищий, я 3 бейсбольные биты нашел. Что делать будем? Или мне их все равно в кармане надо носить? Поставлю его сюда, пусть стоит. Правильно, правильно. Так, в этот 120, в этот 35, в этот 90. А вон в тот сейчас что-нибудь принесут, нет? Блин, нет. Заходите, играйте, давайте. Быстрее. Быстрее, да побольше заходите. Просто чтобы я был богатым. А то вы как-то медленно все приходите сюда. Мало людей, мало. Нужно больше людей. Нужно больше денег. Нужно больше радости. Мне. Мне нужно больше радости. Потому что, ну блин, ну в конце концов. Нужно, не знаю, надо как-то поддерживать меня. Меня надо поддерживать, чтобы я мог вам предоставить больше. Так, террарюга вон ходит. Полиционер тоже ходит. Все ходят, 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 ходят. Никто ко мне не заходит. Давай забацаем кухню. Не, ну а почему нет? А мне столько денег нету. 1400 нужно. Тогда давай сделаем... Что сделал-то? Не то, что я хотел. Давай развернем на весь экран. Тут развернем тоже на весь экран. Обновить тележка для хот-догов. Она мне особо не нужна, я думаю. Раскраска. Можно полы покрасить, все сделать красиво, но... Но нет. Поиграй вон в тот автомат. Вон тот автомат гораздо лучше. До свидания. Нищий, пожалуйста, ну... Не хочет он ко мне приходить. Видать, мне нужно рюкзак купить, но это потом. Это я сделаю позже, потому что мне сейчас не до этого. Правильно? Правильно. Правильно, правильно, правильно. Конечно же правильно, как иначе. 120, тоже 120. То есть все 5 звезд. Короче, здесь зависит не от цены, а от того, насколько звезд. Короче, сколько звезд у этой техники. Сколько звезд у этого предмета, столько и будет приноситься прибыли. Все понятно, все просто. Какое дерьмовое место? Да пошел ты в жопу. Сам ты дерьмовый. Надо сгонять, короче, в магазин. Вот тут есть магазинчик. А, нет, здесь, не здесь вход. Вход вот здесь где-то. Графическая карта для майнинга. Здесь чувак работает. Такой большой молодец. 5 хат стоит графическая карта. Биткоин майнер. Случай буровой установки.
Случай буровой установки мне не нужен. Мне нужны игровые компьютеры. Игровой компьютер надо купить. Да ёпть. Что вам всем нужно от меня? Чё ты там считаешь? Колбасёр по пояс голый. А, нам нужно с тобой накопить деньжат. Построить кухоньку. После того, как кухоньку построим, обновим пекарню. А потом, я думаю, VR можно будет купить. Но в этой серии мы с тобой, знаешь, что делаем? В этой кухню мы покупаем. Бежит. Сразу видно, вор-воришка. Нихуя себе. Ну вот это новости. Да не надо. Заканчивай. Бля, муха наломала мне. Все кости сейчас переломает. Блин, мужика-то за что? Мужик, я тебя не трогал. Я тебя честно не трогал. Честно, пионерская. Беру биту. Биту возьми. Дурень, ну елки-палки. Словил. Словили. Все, отлично. Отлично. Мы с тобой сейчас. Смотрим, сколько денег. А денег до хрена. Денег даже больше, чем нужно. Я сейчас немножко растерянный, потому что так много всего происходит, и еще я тороплюсь, блин, и еще я вообще что-то как-то прям не подрасчитал времечко. Нужно было немножечко остановиться, а потом уже записывать. Я поэтому такой суетливый, ты не думай. Я вообще сегодня это, весь в делах, весь в проблемах. Ты опять? То есть вы поняли, что мне можно напиздячить, да, и убегать начали. Ребят, это не дело. А, кстати, бит куда-то бросил. Или она сломалась. Или что? Или зачем? Непонятно ничего. Давай кухоньку строить. Давай построим кухоньку. Кухонька, это, конечно, все-таки лучше гораздо, чем все остальное. Так, не понимаю, больше, чем игры. Для меня это хорошо. Вот и хорошо, что для тебя это хорошо. Мы с тобой купаем кухню. Да, видишь, вот. Следующее будет туалет. Так, а здесь есть ведь еще фудс. Нужен повар. Какой повар нужен? Машина для тостов, торговый автомат. Кофеварка, торговый автомат. Тосты, торговый автомат. Слушай, да здесь много можно чего придумать-то. А кухня где? А, во кухня, ничего себе. Теперь еще и здесь будет мусор, я понял. Как здесь много всего. Кувшин для кофе. А можно мне вот этот перенести, нет? Почему я буду сидеть на проходной? Мне не нравится то, что я здесь сижу посреди дороги. Хотя, с другой стороны, какая хрен разница, правильно? Правильно. Так, компьютеры, вон компьютеры. Открой. Открой. И давай мы с тобой... Что сделаем? Мы с тобой что сделаем? Вот что мы сейчас с тобой сделаем. А, откроем. Бутерброды. Смотрим. Что здесь нужно? Торговый автомат нужен. Нужен торговый автомат. Мы его должны купить. Если нужен торговый автомат, нужно его просто взять и купить. Больше ничего не нужно. А, предметы. Кофемашина, охранная сигнализация. Торговый автомат. А, микроволновая. Печь, хрен с ней, не будет пока что ее. Холодильник. Можно было бы купить, но пока еще не нужно. Охранную сигнализацию куплю. Да и поговорить не с кем. Так, а почему все опять отвалилось-то? Так, здесь чистенько. Здесь все намыл. Здесь грязненько. Здесь где-то натоптать умудрились. Я не пойму, где грязно, правда? Два следа всего. Все, ну грязно. А где грязь-то? Где грязь? А, вот грязь. Вот грязь. Вот. Вот грязь. Вот она. Ага. Да и здесь тоже в целом чисто. Ну, как бы я не вижу грязи. Я не вижу, где она здесь. А, вот она. Нет, это та, которая появилась снова. А старая-то где?
А здесь нет больше грязи. Я не вижу. Мне бы дворника какого-нибудь, уборщика нанять. Было бы круто. Что такое? Люди оставляют больше денег, да, в коробочке. Это круто. В казино у вас есть возможность вернуть проигранную ставку. Они называют это ловкостью рук. Ваши знания о горнодобывающем оборудовании увеличились. Теперь вы можете купить больше майнеров. А, то есть тут есть еще ограничения. Сложно. Так, мы с тобой. Мы с тобой должны были посмотреть, сколько денег у нас. $426. По факту компьютеры в этой игре они вообще никакой роли не играют. Можно просто на автоматах выезжать. Ну потому что, ну то есть смотри, я купил 4 автомата, и они мне денег дают вообще сверху. Так, а где сам торговый автомат-то? Закройся. Где торговый автомат? Вот торговый автомат. Ага. А мне зачем? А мне-то это зачем? А-а-а, тут люди заказы делать будут. Наверное, да? Вот это вот заказ. И мне будут у меня будут заказывать, и я это буду отдавать клиенту. Сам. А что, они сами подходить не могут? То есть на кухне я тоже орудую? $706. Я думаю, что нужно посмотреть, что у нас здесь есть по еще комнаткам. Какие комнатки есть. Туалет. Вот туалет сколько? 1330, да, стоит? Вот 1330 будет вообще отлично, чтобы они в туалет ходили и мозгами не канифолили. А то они все время говорят, что они в трусы ходят. И как-то это не очень хорошо. Блин, офигеть, сколько грязи. У меня здесь столько людей не было. По-моему, это потихонечку превращается в симулятор уборщицы. То есть постоянно ты будешь ходить и подметать. Как будто работы другой больше нет. Так, а где здесь еще-то? Вот. Видать, где-то еще вот здесь. Да, вот. И вот где-то, видать, еще вот тут. Так, этот мужик все еще здесь. Пусть бежит. Пусть бежит. У меня хрен что своруешь, у меня охранная установка стоит. У меня теперь стоит охранная установка, и я могу не переживать. Так. Сука. Вот падла, а? Ну серьезно, ну как его назвать еще? Вот что ему плохого сделал? Ничего. А он один хрен забегает и ломает все. Надо здесь этот поставить. Контрольно-пропускной пункт, чтобы сюда вы заходили, только те, кого... Не понял. Подожди, я взял деньги-то? Блять, здоровья нету. Зато есть бита. Всем навалял, просто всем. Деньги-то вернул, нет? Какие-то одни беды сплошные, я не пойму вообще, что за приколы. Ничего никому плохого не делал, блин, они все ко мне приходят и только ломают. Одни, блядь, разрушители. Ни одного человека, который помог бы. Так, все, все настроил. Нет, подожди, стул, нет стул. Стул-то, вот он. Так, лампочка висит. Обогреватель тоже надо повесить. Оп, ой, тихо. Вот так, вот так. Ой, 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 авто близко. И, собственно говоря, что нужно сделать? Протереть пол дальше. Чего? Ты понимаешь, что происходит? Да я о том же. Просто вот решил телефон мой увидеть, услышать в моих словах что-то, что-то такое, из-за чего он просто взял и открыл мне программу, которую мне не нужно было открывать. И все, и все, и вот тебе вебка сломалась. А как хорошо было бы, если была бы вебка?
Ну или камера какая-то. Ну камеры дорогие, поэтому лучше вебку. А вебка червонец стоит. Вынь да положь. На ровном месте. А я их не печатаю. Поэтому, ребятки, вы можете мне помочь. Я, конечно, и так куплю. Но все зависит от... ну, короче... Меняется только дата. То есть я могу просто это позже или раньше купить. Да-да. Да-да-да-да. Да-да. Что-то никто ко мне не идет. Ночь, наверное. Все спят. Тут чисто, там чисто. Везде чисто. Хороший я уборщик, конечно, блин. Я большой молодец. Все помыл, все почистил. Здорово, мужик. Деньжонки пришли. 1264, почти хватает на толчок. Вот сейчас на толчок мне хватит, и я закончу серию. То есть, ну, по факту, сделано даже больше, чем нужно. Я не планировал столько всего делать. Я говорю, доходы растут в прогрессе, и... Даже заморачиваться не нужно, а доход есть, все можно купить. Я не предлагаю. Компьютер дерьмо как дерьмо. Я не сомневался. Я и не спорю даже, переубеждать не собираюсь, потому что на самом деле я знаю, что здесь компьютеры дерьмо. Их нужно покупать другие. Но на другие нужны деньги. Сейчас вот этот... Оп! И мне хватает на толчок. Отлично. Смотри-ка. Есть толкан. Теперь еще здесь будет грязь. У-у-у, какая радость. Во, сразу смотри, даже никто здесь еще не был. А уже грязно. Уже грязно. Уже окурок кто-то бросил. Короче, мы с тобой. Мы с тобой. Мы с тобой что? Мы с тобой. На этом прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь обязательно лайк, если еще не поставил. И делись видео с друзьями. Мы увидимся с тобой в следующей серии. Обязательно в следующей серии, в других игрушках обязательно тоже увидимся. И всем пока.